Всем привет, с вами я, Вадим Сена, играем Rebel Cops, мятежные копы, и нам надо посмотреть Богдан Пологий, журналист. Вы ведь помните историю маньяка-дантиста? Душил девочек и уродовал их дрелью. Потом его якобы поймали во Фрейбурге, но я сразу понял, что ему в руки попался обычный самозванец. Недавно убийства продолжились, и я уверен, что Ян Гинзбург, младший сын Закари Гинзбурга, псих, который решил очередным подражать дантиста, совершая убийство. Он пользуется одной из тачек охраны своего отца. Что в багажнике этой тачки можно найти улики, которые помогут мне разоблачить его. Вам нужно попасть в гараж рядом с главным зданием поместье Гинзбурга. Открыть багажник и принести мне все, что найдете. Проблем у вас с багажником не будет, я дам вам ключ. Она говорит, что в гостевых домиках в поместье всегда что-то странное происходит. Персонал туда не пускают, но какие-то шишки на дорогих тачках подъезжали каждую ночь. Работал у него в поместье и ни на что не жалуюсь. В гостевом домике освободите ее. Так, кажется, вот здесь, где мы сейчас. Гармошка. Вас прошу, верните мне гармошку и душевный покой. Мистер Гинзбург, наверняка ее где-то в столе в главном доме. И мне удалось выяснить, что Гинзбург хранит пленку, где можно услышать Нэша где-то в своем оранжерее. Разыщите ее, эта пленка поможет моему клиенту как следует поквитаться с двухличным Нэшем. Найди пленку, спрятанную в оранжерее. Оранжерея, поместье, дочь, вот это вот, скорее всего, в гостевых домиках мы сейчас как раз находимся. Вот это вот оранжерея, и это главный дом. Ух, ничего себе, главный дом. Это я не пойму, что это. Вот гараж, кстати. Так, пока пускай стоят ждут. И тоже надо поосторожнее, потому что мало ли чё. Прикольно. Understood.
Тут непонятно, стоит охрана, не стоит. Will do. Можно было бы, конечно, эффективнее это все делать. Уже туда-сюда ходит. Что вам еще? Две маленькие аптечки. Right away. You got it. Done and done. Аптечка. All right. Done and done. Got it. Давай. There's somebody over here. Affirmative. Погнали. Осторожно, осторожно, осторожно. I feel like a spring chicken. Affirmative. Affirmative. There's somebody over here. Так и знал, что там тоже кто-то есть. Right away. Ай, да я перни театр. Пармезан. Прикольно. Окей.
Done and done. Took a peek inside. Ducks. Understood. Okay. I see someone. Блин, да, ёшкин кот. Сколько вас там? Как? Да ёшкин бам-бам, папайка. Угу, и тут увидим, блин. Блин, Клинта. Так, эти. Возвращайтесь. Я не знаю, как к ним подкраться, чтобы начать уже эту всю экзекуцию. Тот чересчур близко. Right away. You got it. Давайте сохраним, потому что у меня предчувствие, что скоро будет еще один. Какой-то будет сейчас. Got it. Understood. Enemy spotted. Well, hello there. Done and done. Got it.
Да. Блин. Will do. Никого нет. Face down! Affirmative. They check this out. Такс. Right away. Understood. Погнали. Давайте так. Этого обезвредим. Назад возвращается. Блин. Клин. Блин. Клин. Ладно. Roger. Тут чего? Прочитать записку. Тони, я вчера забыла свой плеер на старом причале. Заберешь, а то мне убегать надо оттуда, идти минут 10 в одну сторону. Я уверена, что этот плеер еще на причале. Он такой заброшенный, вряд ли о нем кто-то еще знает. И начни уже портативный телефон с собой носить, их для того и изобрели. Портативный, ох и словечки. Портативный ты наш. Еще холодильник обычный. Ты давай вот с этим разбирайся. Бенч. Получай. Will do. Тихо. Тихо. Да. Здравствуйте. Это я по вашу душу. You got it. Тихо.
обыскать холодильник. Что у нас там вкусненького? Опять пармезан. Грета Раванелли. Понятно. You're under arrest, asshole. Арестуй. Ты только так не кричи. Got it. Hands behind your head. Здрасте, папа. Ты очень плохой. О да, он очень плохой. You got it. There's somebody over here. Mm-hmm. Великолепно. Сработало. Все, молодцы. You're under arrest. Understood. Understand. Stand. Okay. Enemy spotted. I see someone. Еще один. Здесь булку не цепанут сейчас. Те как стояли, так и стоят. Отлично. Ну, теперь тут надо как-то их либо обойти, либо... Ну, надо, в общем. Здрасте. Right. Это я. Got it. Hands where I can see them. Affirmative. Спасти за right away. Ура! Беги, девочка, беги. Окей. Okay. К сундучку надо было подходить.
on the ground. Done and done. То есть вот это надо туда посылать. Или эту. Но это возьмет вот эту большую аптечку. Искать комод и чем мы находим аудиокассету. Тут были в этих четырех домиках были. Все. Пленка в ранчере, это будьте тюнь-тюнь. В общем, ты меня понял, да? Блин, в том-то и дело, что... Ну куда это не стоят эти демоны? Возвращается, да? Это сигареты. Бун-б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 ун. Ну, пока тут стой. Пока не знаю, что с ним сделать. Нам вот этих надо сейчас будет. Сейчас этот, как только этот развернется, мы этих положим. И...
этим сейчас частично займемся. Простите. Пока ждем, потому что этот как раз в ту сторону поперся. Пока тут ничего не происходит. Ничего не происходит. Пока никаких действий вообще. Ждем, когда он пойдет. Только не говори, что... Блин, надо это убирать. Все на своих местах, но этот, блин, демон всю малину портит. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра Rebel Cops. Мы продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание. До скорого. Всем удачи. Всем пока.